Алексей Навальный и Петр Офицеров обжаловали приговор суда по делу Киров-Лес. Российский оппозиционер, кандидат на пост мэра Москвы Алексей Навальный обвинялся в том, что вынудил директора этого предприятия заключить заведомо невыгодный контракт на поставку леса Вятской лесной компании, принадлежавшей Петру Офицерову. 18 июля Навального и Офицерова приговорили к 5-4 годам лишения свободы соответственно. Осужденных взяли под стражу сразу после оглашения вердикта, однако затем отпустили под подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу. После этого Алексей Навальный объявил, что продолжит борьбу за пост мэра Москвы.